Герман, во втором туре группового этапа Кубка России сыграем дома со «Спартаком». Твои ожидания? Ну, ожидания только победа, потому что после провального сезона нам надо обязательно выходить для начала из группы в Кубке, потом выиграть полуфинал и финал. У «Спартака» не так давно обновился состав, но с этим составом вы успели сыграть в первенстве России. Что можешь сказать об этой команде? Да, я думаю, они не так уж сильно отличаются от того, что у них был прошлый состав. Ну, ребята играют желанием, ну, в основном борьбы много создают. Ну, надо сыграть свой футбол, и тогда, я думаю, все получится. В последнее время обращайте внимание на то, что забитые голы с трудом даются. Ну да, как-то не летит, что ли, вроде моменты создаем, а то штанги, то еще что-то. Ну или, может, мы как-то безответственно подходим, я думаю. Ну, в некоторых моментах расслаблено. Надо всей команде собираться уже, наконец-то. А удивило, что в первом туре «Спартак» и забил 4 мяча, и обыграл КПРФ действующего чемпиона? Ну, вообще, как бы, должно удивить это, но я думаю, что, может, там какие-то составы другие. Может, КПРФ играл там без своих основных игроков. Поэтому отсюда такой результат, но это все равно, ну, хороший для «Спартака» результат, и нам надо быть внимательней к этой команде.